Колокольный перезвон. С него для тульского зрителя начинает оживать история государства российского. 17 век. Московский Кремль заняли польские интервенты. В разрушенной крепости они празднуют победу. У поляков бал. Это часть уникальной исторической реконструкции. Идея родилась у московского режиссера Александра Калмыкова еще год назад. Примерный показ увидели зрители на закрытии Дней Москвы в Тульской области. Нужно было совместить несовместимое, ведь на площади такое действие на самом деле репетируется месяц. А здесь целиком, фактически ни разу оно не было пройдено, проходилось все через какие-то вот определенные действия, поэтому мы сами, конечно, тоже волнуемся, но очень надеемся порадовать сегодня туликов, порадовать нашу московскую делегацию. Масштабы поражают. В постановке задействовано более 200 человек со всей России. Артисты балета, цирка, музыканты, акробаты. Изюминкой представления стал трюк, исполненный на высоте в 30 метров без страховки. Реконструкторы приехали в Тулу из Владимирской области. У них была особая задача – воссоздать народное восстание против поляков и решающий бой. Ополчение Минина и Пожарского отвоевало Москву, а значит и Россию. Пришло время праздновать. Торжество народной победы – еще одна часть театрализованной реконструкции. Отмечали победу с русским размахом, с традиционными песнями и хороводами, медведями и циркачами. Потом современное лазерное 3D-шоу. За двухчасовым действом, затаив дыхание, наблюдали тысячи зрителей. Необычная программа, молодцы ребята, и боевые сторожения, и все остальное. Очень понравилось. Спасибо большое Москве. Очень понравилось, особенно лазерное шоу понравилось, и выступление девушек. Приехала из Москвы специально посмотреть Дни Москвы. Я очень доволен, что за нашу Русь бились, армия, все. Но главное, что мы выиграли, пока что держимся. Спасибо за эти два дня. Со сцены говорит гостям председатель регионального правительства. Дни Москвы в этом году закончились, но дружба продолжается. На следующий год ждем вас. Не на два дня, а на целую неделю. Спасибо, Юрий Михайлович. Спасибо. Вот так решаются проблемы. Теперь будут недели Москвы в Туле. Я думаю, так и будет, дорогие друзья. Эти дни оставят глубочайшее впечатление в памяти у нас. Главное богатство тульской земли – это, конечно же, не только его бренды, знаменитые бренды России, но это его люди. Люди чистые, сильные, смелые. Знаете, простые в достаточной степени. И самое главное, уверенные в себе. И не в малой степени важно, уверенные в завтрашнем дне. Премьерный показ исторической реконструкции «Битва за Москву» в Туле не последний. Обещают организаторы и планируют показать ее жителям других городов. Екатерина Старцева, Роман Тюкин, Первый Тульский.